Всем привет! Это предновогодний выпуск, и его я хочу посвятить одной небольшой проблемке, которая может возникнуть у людей на новогодних праздниках. Сотовые телефоны разрядились, пока вы поздравляли всех своих родственников или друзей. Розетка есть, зарядник тоже, но, к сожалению, он всего лишь в одном экземпляре, а телефонов много. Как быть? В этом случае вам может помочь одно небольшое и очень нехитрое устройство, с помощью которого вы, используя всего лишь один зарядник, можете зарядить сразу несколько телефонов. Это устройство хорошо знакомо многим из вас. Оно имеет USB вход и 4 USB выхода. Это ветвитель. Подключим его к нашему зарядному устройству. И вот мы уже имеем кормушку, так в народе называют такие соединения, для нескольких сотовых телефонов. Давайте попробуем подключить и посмотрим, что из этого получится. У нас есть более старая версия сотового телефона с нестандартными разъемами, но с переходничком на USB. Есть сотовый телефон также с нестандартным разъемом, но с продвинутым кабелем, который также можно заряжать при помощи USB устройств. И сотовый телефон со стандартными USB разъемами, который очень легко заряжать от собственной зарядки, от ноутбука, другого сотового телефона или смартфона. Итак, у нас получилась вот такая елочная гирлянда из сотовых телефонов. Включаем. Как видите, телефоны активировались. Происходит зарядка. Все сотовые телефоны начали заряжаться. Надеюсь, этот небольшой финт поможет вам в после новогодних праздников, а может быть, когда-нибудь еще. Всем пока!